они любят это кушки, всякие роботы. Девочки любят блестки, куклы и браслеты. Еще мальчикам можно подарить картинки красивые. И девочкам можно картины красивые. И еще у меня вечеринка была. Ну, мои новые платья. Плетки девочкам. Мальчикам можно подарить шляпы. Рюкзаки еще. И еще какую-то машинку. Дед Мороз еще может подарить пазл. Или куклу для девочки. $20. Или 30. Дорого. Вот у меня много денег, чтобы купить, например, гитару. Ну, у меня есть гитара. И у меня. И у нее много денег. А у меня тоже. А у меня уже закончилось. Мама и папа. А мне иногда мама, а иногда папа. А мне иногда мой брат старший. Он даже выше папы. У меня вот много игрушек, но они поместили все мои в шкаф. И одежда, да. А у нее много игрушек, и они в ящике стоят там у моей бабушки в комнате. А у меня игрушки хранятся в коробке. Я продаю. А я нет. А я нет. А я уже продаю. Собачка, пошли. Моя любимая игрушка — мегафон. А моя любимая игрушка — такая кукла маленькая, которая попадается в таком шарике. Это дом наш. Мы там жили. Мы там жили давно. А потом мы переехали. Да не ой, сказку! А потом рассказывай. У этого домика есть такое окно. И дверь. И еще у этого домика есть крыша. И там надо поставить картину, чтобы не было холодно. Я бы этот конструктор подарила своему брату. Да, нет. Нет, нет. Нет, они работают. Да, они работают, да, чтобы зарабатывать деньги. Да, и они могут нам игрушки купить. Да,